النزال السابع وزن الريشة للرجال 57 كيلو bout number 7 in the men's featherweight division 57 kilograms. Uzbekistan. In the red corner, representing Uzbekistan, Mirzasibek Makhlilov. Друзья, у нас стартуют мужские поединки в рамках вечерней сессии. Полуфинальная стадия турнира «Дорога в Токио». И на ваших экранах Мирзахалилов, представляющий Узбекистан, выступает. Он уже достаточно давно, с 2014 года в любительском боксе. Завоевывал золото азиатских игр, также становился, как в 2018 году, так и в 2019 году выигрывал первенство континента. Ну и на чемпионате мира прошлого года в Екатеринбурге Миразизбек дошел до финала, где одолел кубинца Ласара Альвареса и таким образом стал победителем турнира. Соперничать Миразбек будет с Сериком Тимиржановым. И надо сказать, что в четвертьфинальной встрече казахстанский боксер выиграл досрочно у Даниала Шахбаша из Ирана. И там иранец получил рассечение, и после чего угол соперника достаточно быстро выбросил полотенце. Вообще, в целом, у Казахстана уже 8 лицензий на Олимпиаду 2020. И надо отметить, что Казахстан привез 13 человек, и из них 8 были отобраны. Это очень хороший результат. Первый раунд начинается. Миразизбек Мирзахалилов против Серика Тимиржанова. Очень принципиальное соперничество. И вот смотрите, какое интересное начало уже на старте. Казахская и узбекская школы бокса. Одни из... входят в число ведущих на постсоветском пространстве. Да, и при этом они такие постоянные конкуренты, потому что... То есть, такой здоровый спортивный антагонизм. Да, и знаете, что вот, например, команда Казахстана, если мы говорим об Олимпиадах и такой награде в боксе, как Кубок Вэлла Баркера, она вторая по количеству этих турниров, первая США, а команда Казахстана как раз следует за ней. Ну и, естественно, здесь такое противостояние еще как на любительских рингах, так и на профессиональных, потому что, естественно, Казахстан не может не гордиться Геннадием Головкиным, чемпионом мира до недавнего времени, ну, скажем так, но действующим еще боксером, который перчатки на гвоздь не повесил. И также, кстати, надо еще отметить, что Терек Тимиржанов, он сказал, что свою победу и свой выход вот этот на Олимпиаду 2020 в Токио он посвящает своему народу. Сказал, что очень настроен, готовится к следующим поединкам, собирается работать над техникой и тактикой. Ну и, в общем-то, боксирует он в полуфинале с чемпионом мира и собирается подбирать к нему свои ключи. И вот сейчас Мирзахалилов попробовал навстречу бросить плотную серию из нескольких силовых ударов. И вот чем отвечает Тимиржанов. Стучат барабаны. Это, судя по всему, поддержка как раз-таки Серика Тимиржанова. Потому что здесь... группа болельщиков представлена широко от Казахстана. Ну, кстати, надо отметить, что и Серик, и Миразизбек, они-то уже на Олимпиаду оба квалифицировались. Но здесь еще, да, то есть принципиально выйти в финал, завоевать призы обязательно. Ну и вообще в целом, да, что ты, чем дальше ты проходишь по вот этому... квалификационному турниру, да, тем, соответственно, легче тебе будет на Олимпиаде, потому что ты попадаешь в число сеянных, и там уже жребий распределяется чуть по-другому. Ну, проще говоря, это своего рода такой личный рейтинг, который создается, да? То есть, чем выше ты забираешься в этом турнире, тем лучше, с лучших позиций начинаешь Да. Ну, то есть, это вот действительно как квалификация в гонках. Да, то есть, если ты здорово провел квалификацию, начинаешь, собственно говоря, с первой линии, и тебе уже проще ехать дальше все остальные круги.
Так окончен первый раунд, и получился он очень бодрым, активным, не присаживается Серик Тимиржанов. Давайте посмотрим повторы. Уходит от атаки навстречу, пробовал ловить на апперкот. Миразисбек Мирзахалилов. Да, вот здесь так вот здорово, хорошая атака как раз. И тут попадает с передней руки Миразисбек. И смотрим на очки. Здесь все Серик... в основном в пользу Серик Тимиржанов. Серик Тимиржанов забирает этот раунд большинством судейских записок. Ну, кстати, вот пока мы здесь разговариваем, как раз вот в полулегком весе здесь как бы как происходит отбор. То есть в африканском квалификационном турнире отбирались места с 1 по 3. Те, кто завоевывал, там уже у нас есть 3 человека. Там Замбия, Кения и Гана будут представлены в этих весах. Соответственно, американский турнир еще не прошел, но там отбираются 5 мест всего. И здесь, на Азии-Океане, отбирается 6. Самое большое количество людей, которые будет отобрано, будет в европейском турнире, который стартует вот буквально со дня на день, 14 марта, да, мы начинаем его, если я ничего не путаю. Да, 14 марта, первый турнир в Лондоне, там будет отобрано 8 человек. Дальше, соответственно, финальная попытка вскочить на подножку уходящего поезда, либо 4, либо 5 человек будет отобрано на общем мировом квалификационном турнире в мае в Париже. Ну и также особенное отдельное приглашение ждет одного человека, то есть тот, кто будет... для кого будет, в общем-то, создан отдельный прецедент. Тут тем временем у нас Миразисбек Мирзахалилов пытается преследовать и мощно забрасывать ударами Серика Тимиржанова. И Серик Тимиржанов, в принципе, не изменяет той манере, которую он взял в раунде первом. То есть, вроде бы, работая на отходах вторым номером, но, тем не менее, те контратаки, которые прилетают в ответ Миразисбеку, они тоже носят достаточно опасный характер, тяжелый. И, более того, мы видели, что в первом раунде такой стиль, такая тактика позволила Серику Тимиржанову склонить большинство судей в свою сторону по итогам первого раунда. Поэтому решил от добра добра не искать. Но такое ощущение, что Миразисбек Мирзахалилов, как и вот есть такая фраза, бить в одну точку, но он не бьет в одну точку, просто он упорно навязывает тот бокс, который ему комфортен. То есть этот постоянный напор, давление, и вот таким вот образом все равно перебить, разбить защиту. И... ну это да, это же тут две такие близкие, но очень... продавить, вот, в общем, оппонента. С одной стороны, две близкие, но с другой стороны, очень разные школы бокса. И здесь, конечно, тоже действительно противостояние получается принципиально. С последней минуты во втором раунде. Ну вот так вот с позиции атаки. Безостановочной атаки. Вот так по корпусу настучал сейчас Миразисбек Миразисбек Мирзахалилов. Ты знаешь, вот почему мне все время вот хочется вместо «З» произнести «Ж», потому что очень много у нас фамилий вот с этой буквой «З», и в одном есть «H», то есть в английском дают звук «Ж». Ну и вот, учитывая, что тут Серик Тимиржанов и Миразисбек Мирзахалилов. Значит, у одного «Ж», у второго «З», вот заговариваешься. Ну, конечно, пытаешься, сессии-то у нас длинные. Да, пытаешься озвучивать все это динамично и, конечно, не мудрено где-то самому сбиться. Ну, мы смотрим повторы. Здесь, мне кажется, динамики, в общем-то, добавилось еще больше, чем в первом раунде, потому что действительно не жалеют ни себя, ни соперника. В общем, такое ощущение, будто это, вот, кстати, теперь обратная у нас ситуация, теперь да, у нас как раз Миразисбек впереди. Ну, теперь все поровну. Ну, да, действительно, ведь действительно Миразисбек Мирзахалилов этот раунд провел очень здорово. Да, я просто хотел сказать, что, знаешь, складывается впечатление, будто это у нас не уже там полуфинальный
поединок двух отобравшихся на Олимпиаду спортсменов, а первый принципиальный, то есть если ты сейчас проиграешь, то вылетаешь точно, и вообще Олимпиаду тебе не видать. То есть здесь, понятное дело, если ты проигрываешь, ты тоже вылетаешь, в общем-то, но, тем не менее, на Олимпиаду уже отбор состоялся. Но тут чисто спортивно, если смотреть, очень все принципиально. Опять же, мы говорили о том, что две школы, которые считаются, входят в число ведущих на постсоветском пространстве, то есть казахская, узбекская, украинская, российская, да, и, естественно, здесь какая бы ни была стадия, чтобы не входила, чтобы не являлась бы главной мотивацией в этой дуэли, все равно она будет принципиальной. Она будет принципиальной и бескомпромиссной. Мы же сейчас вот это все и видим. Как говорится, сдаваться никто не намерен, или проводить вот так вот этот поединок, зная уже, что, в принципе, основная цель достигнута, спустя рукава, в таком состоянии апатии и безразличия. Здесь и в помине такого нет, и вот так вот набрасывают, смотри, уже практически начинают друг друга зеркалить, и один, и другой, то есть вот так лоб в лоб сошлись, и набрасывают мощные серии ударами снизу по корпусу. О, хороший апперкот, потом боковой. Да, здесь, ну, просто вот желание невероятное какое-то. Но полраунда еще нужно провести. И надо сказать, что оба, конечно, достаточно серьезно устали. Смотри, какие боковые сейчас отгрузил Халилов. Невероятно близкий бой. Я бы сказал, вот это апперкот. Поймал на апперкот сейчас Миразизбек Мирзака. Лилов и продолжает, он не сбавляет причем темпа, попытался сейчас Серик Тимиржанов отплатить такой же, в кавычках, благодарностью, но, по-моему, Миразизбек успел перекрыться. Зато у него боковой зашел такой достаточно неплохой, но пускай там немножко дистанции не хватило, перчатка скользнула по лицу, но зашел все равно классно. Ну и, кстати, вот в тот предыдущий эпизод, который закончился как раз этим апперкотом замечательным, надо сказать, что Мирзбек правильно все сделал. Он несколько раз пробивал боковые и в том числе заставил соперника, вот сбил этим боковым перчатку, заставил ее развести немножко в сторону и тут же пробил апперкот. Знаешь, с чем я сравнил вот действия Миразизбека Мирзахалилова в этом поединке? Со стенобитным орудием. Да, кстати. То есть стена плотная, твердая, стена может и сама ответить, но тем не менее, все равно бух-бух-бух-бух. Ну, вот сейчас хорошо, кстати, попал. И отчитывают нокдаун, смотрите, Серик. Это, конечно, может существенно повысить шансы на победу Миразизбека Мирзахалилова. Учитывая то, что... О, и все. Да, здесь как раз... Ну, так, на флажке, с финальным гонгом, да, просто... Поставил жирную точку. Ну что, очень хороший, насыщенный поединок, абсолютно не пожалели. Я думаю, ни мы, ни вы, что эти спортсмены двое оказались здесь, в этом полуфинале, потому что, ну, это было ярко, насыщенно, интересно и впечатляюще, так сказать. Ну, я не буду скромничать, на текущий момент, хотя у нас это всего лишь первый поединок вечерней сессии среди мужчин, но, пожалуй, не будем, конечно, сравнивать этот поединок с поединком у девушек. Тут разные стили, разные манеры боксирования, но это, пожалуй, самое яркое событие. Да, ну, хорошо, правда, реально пора. Да, единогласным решением, потому что, знаешь, я вот по ходу поединка, пока вот не было этого нокдауна, у меня появилась такая мысль, я даже хотел тебе ее озвучить, но отложил в долгий ящик. Так вот, о чем я подумал, что если все так и закончится, как вот складывалась картина противостояния, то скорее всего, будет сплит decision. Вот. Но, как мы видели, вот этот как раз-таки нокдаун и позволил Миразизбеку Мирзахалилову выиграть единогласным решением. Еще раз посмотрим. Потрясающий, яркий бой на встречных курсах, но в конце концов, вот опять же, в стиле вот этого стенобитного орудия он и преодолел сопротивление своего невероятно тоже сильного. Нет, очень хороший поединок, насыщенный, вот тот, которым и должен быть бокс, в общем. Ты знаешь, если они снова сойдутся, я опять не скажу, кого назову фаворитом. Да, потому что эти ребята могут в следующем противостоянии зеркально все изменить.
Очень равные соперники. Да, давай посмотрим, как там еще финал пройдет. А в финале как раз мы Мирзбека-то и увидим. И кто будет с ним боксировать, узнаем уже в следующей схватке.